Запоздалая весна, а то сна очнусь и расчехлю свою гитару. Знаю я, понять меня сумеет лишь она, а с тобою мы давно не пара. Где ты, шум ночей бессонных, на вопрос резонный не найти ответ. Лето с привкусом шансона, за июльским солнцем я спешу к тебе. За июльским солнцем я спешу к тебе. Знаешь, я ушел лишь потому, чтоб первый шаг делать не пришлось тебе, мы оба виноваты. В доме у меня живет бездомная душа, а на ней заплата на заплате. Майскими ночами я выгуливал ее, не давал остыть, берег от солнечного света, чтоб не позабылось ее, как правильно быть. А сейчас меня встречает лето. Где ты, шум ночей бессонных, на вопрос резонный не найти ответ. Лето с привкусом шансона, хриплым саксофоном я вернусь к тебе. Хриплым саксофоном я вернусь к тебе. Шансона, за июльским солнцем я спешу к тебе. За июльским солнцем я спешу к тебе.
вечер, Гомель. Меня зовут Наталья Волынец, и я приглашаю всех вас, дорогие друзья, провести этот добрый вечер, поверьте, в очень хорошей компании. Сегодня у меня в гостях музыканты. Это Вячеслав Корса и Иван Мурашко. Ребята, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо вам огромное за такое душевное начало вечера. Ведь песня, которую мы вот только что послушали, имеет название «Лето с привкусом шансона». Я так понимаю, что у вас какая-то такая ностальгия сильная вот в эти ноябрьские дни по теплым денькам. Ну, ноябрь самый жуткий месяц в году, поэтому... Это для тебя, наверное, Слав. Поэтому... А у меня ностальгия по теплым денькам во все холодные деньки. Ваня, ты тоже грустишь осенью? Ну, не то, что грущу, но, конечно, лето люблю тоже. Ну, а так, ну, что грустить, что это, изменит что-то? Вот, такой правильный философский подход, Слав, бери пример. Ну, на самом деле, вы знаете, ребят, я очень рада нашей встрече. У меня такое чувство, что мы не виделись 100 лет. И вот расскажите, что вообще произошло в вашей жизни, в творчестве за это время? Ой, что у нас? Переболели модной болезнью. Я надеюсь, сейчас все хорошо. Немножко в больнице полежали даже. Ну, это так. Это как-то отразилось на творчестве. Сейчас это трендовая такая штука. Сейчас об этом все говорят, но так что мы уже... Ну, я очень рада, что вы сегодня уже здоровы и пришли к нам. Даже вот он дует вовсю. Да, и все нормально. Видим, наблюдаем. Кроме этого, что еще нового? Я уехал жить в деревню. Вот, у меня самое большое событие. Я уехал из города, я пополнил ряды дауншифтеров. Так. Я съехал в деревню. Это осознанно все вот это дело? Да, мы уехали в очень тихое, уютное, укромное место. Вот, дети наши входят в деревенские садики, в деревенскую школу. Все это очень... Это как-то помогает тебе творить, писать новые песни? Или ты еще до этого не дошел? Нет, пока обустраиваемся. Да, мы еще полгода еще нет, как мы приехали. Пока это процесс обустройства. Хотя, конечно, уже потихонечку пытаюсь сдвинуться с мертвой точки в смысле своей творческой работы, но это вот... Ваня, вот этот сложно. Переезд Славы в деревню, он как-то повлиял на ваши творческие отношения и личные, скажем? Ну, я думаю, что нет. Сейчас интернет есть у всех. Так. Можно что-то там, работы свои друг другу послать, там показать, можно послушать. Поэтому проблем никаких нету. Я бы хотела обратить внимание наших зрителей, что каждый из вас имеет свою собственную какую-то такую музыкальную творческую историю. Да? Вот Ваня – это известный саксофонист. Не одно, наверное, самое главное масштабное мероприятие в городе не обходится без Ваниного участия, без его саксофона. Слава... Обязательно участник всех концертов, но при этом при всем еще пишет, преподает гитарное мастерство и при этом еще руководит гомельским клубом авторской песни. Я к чему это все говорю? Как так получилось, как так сошлись звезды, что сегодня мы наблюдаем вот вас здесь двоих, вот такой дуэт? Что это за дуэт вообще? Что за проект такой, расскажите? Ну, этому проекту уже... Вообще, корни этого проекта лежат в арт-рок-группе Quo Vadis, который... Уже больше 30, вот мы пару лет назад праздновали 30-летие группы, ну как бы группа тогда собралась, потом она развалилась, ну вот собралась она больше 30 лет назад. Ну и тогда мы с Ваней вот познакомились в 90-м году, с тех пор вот периодически время от времени поигрываем вместе, и последние несколько лет, уже лет, наверное, 5, уже плотно, постоянно. То есть можно сказать о том, что вы часто выступаете дуэтом? Ну достаточно, да. Ну что ж, дорогие друзья, Иван Корса. Вячеслав Корса, Иван Мурашко. Да. Сегодня на Беларусь 4. В этот город я приехал ранним утром. Город мило распахнул свои объятья, то ли Волга отливала перламутром, то ли ангел пролетел над водной гладью, то ли ангел пролетел над градом дивным, то ли Бог присел, устав от дел мирских, чтобы слушать, как стучат июльским ливнем песни Мишины по улочкам тверским. Как приятно возвращаться к этим кленам, к этой утренней прохладе золотистой, молодым смешным, беспечным и влюбленным в ту девчонку, что улыбкой лучистой, как просил ее, не надо, ох, не надо поджигать между нами хрупкие мосты. Посмотри, как осень кружит листопадом песни Мишины по улочкам тверским.
проснется город, шалью белый весь укутанный, по самой макушке запах ели, мандаринов переспелых, а в витринах разноцветные игрушки. Вы мне скажете, такого не бывает, но я слышал сам, а врать мне не с руки. Как февраль на флейте вьюги напевает песни Мишины по улочкам тверским. А когда мы все устанем от морозов и апрельскому теплу, раскроем окна, где поэзия души, где жизнь и проза нам уже не различить, а сердце ёкнет. И порою, забывая все на свете, не познав еще ни грусти, ни тоски, ошалевший от весны разносит ветер песни Мишины по улочкам тверским. Ошалевший от весны разносит ветер песни Мишины по улочкам тверским. Песни Мишины по улочкам тверским. Слушайте, опять шансон? Ну, что ж поделать-то? Таким, надо же да? каким-то образом в какой-то формат это вписывать себя. Хотя я не люблю себя вписывать в какой-то формат, но... А вот как считаете, почему шансон так популярен, и особенно сегодня у слушателей? Ну, потому что душевная песня. Вот шансон, мне кажется, такая душевная песня. Конечно, оно, это понятие, оно несколько испорчено. Конечно, вот понятием русский шансон очень много всего не самого лучшего под этим брендом как бы звучит. Но, тем не менее, мы же никуда не делся вот дедушка Азнавур или там Эдит Пиаф или там Джо Дассен или вот, кстати, французский. С кем бы из артистов, музыкантов вы хотели, может быть, посотрудничать в этом жанре, Вань? Я с Фил Коллинзом бы, но жалко, что он не шансон поет, конечно. Но я сотрудничаю с очень многими музыкантами, поэтому... Ну, мне нравятся ваши амбиции в любом случае. Кстати, Слав, много ли у тебя вот собственных песен в загашнике? Что называется, тех, которые ты еще мечтаешь показать, спеть, преподнести на суд зрителя? У меня очень много старых песен, очень старых песен, которым уже там по 30 лет есть. Вот. Но у меня никогда не возникало желания их реанимировать и начать петь вот в таком формате. Поэтому появляется, все, что появляется новое, оно идет как бы вот в этот загашник. А старое, оно остается старым, я его фактически... Скажи, о чем ты чаще пишешь? Для кого? Это песня о любви или для женщин? Или... Ну, для себя. Я не знаю, я никогда не задумываюсь о том, как это происходит. Оно вот пишется, и все, взял это вот, как это Жванецкий говорил. Вот, а писать, как и писать, нужно, когда уже не можешь, да? Ну что ж, дорогие друзья, слушаем дальше. С тобой в разладе я, не для меня цветет апрель и зелена трава. Но я прошу лишь об одном, скажи, чего же ради нас друг от друга прочь несут небрежные слова. Нас друг от друга прочь несут небрежные слова. Нет меня нигде, ни днем, ни ночью, до тебя лететь, бежать, как впрочем, нам с тобой обоим не до сна, и не ко двору весна. Не для
ночи огни большого города. Не для меня поют в прибрежных ивах соловьи. Пусть май свечой каштановой горит, а я от холода продрог, и все теряет смысл без теплых рук твоих. И все давно теряет смысл без теплых рук твоих. Нет меня нигде, ни днем, ни ночью, до тебя лететь, бежать, а впрочем, нам с тобой обоим не до сна. Весна. Нет меня нигде, ни днем, ни ночью, до тебя лететь, бежать, а впрочем, если нам обоим не до сна, исправит все весна.
напоминаю, что сегодня у меня в гостях музыканты Вячеслав Корса и Иван Мурашко. Ребят, скажите, вот музыка, она все-таки вас кормит или это только для души? Ну, мы одни из немногих музыкантов нынешних, которые могут сказать так, что музыка нас кормит, но, конечно, кое-что еще. То есть и для души. И для души тоже, но, конечно, музыка кормит. Но если умеешь играть, умеешь петь, то почему бы и не покормить? Да, исключительно. Я занимаюсь только музыкой и преподаванием музыки, ничего. То есть это твоя и работа, и страсть, да, и увлечение получается. Угу. Единственное, что бывает, что ездим в какие-то конкурсы, и это уже не чаще всего не кормит. А это затратная часть. Ну, вот иногда бывает. Вот, кстати, мы пели вот песенку. Да, то есть вы вдвоем тоже посещаете конкурсы и что-то там, да, вот, зарабатываете, помните, скажем мы вначале так, пели, да, вот песню про по улочкам Тверским. Это же тоже там история была, мы никак не забыли, забыли рассказать, да. А это был фестиваль, собственно, как шансон появился, это, собственно говоря, когда мы попали на фестиваль памяти Михаила Круга, ну, потому что фестивали шансона, как бы, их много, но они все достаточно одного формата такого, да. И вот на этом фестивале нужно было написать песню, которая либо спеть песню Круга, либо спеть песню посвящение Кругу. Ну, вот появилась такая песня, которая, я говорю, ну, как-то песни Круга не могу я их спеть, как-то, ну, это не мой формат, да. Написать такое, чтобы вот получилось, покреативил, написал песню, и вот мы с той песней бронзу тогда и привезли оттуда. Да. Вот, но это денежное было какое-то вознаграждение или нет? Ну, там гитарку подарили. Ничего себе, гитарку. Я просто к чему? Вот смотри, для музыканта современного, что все-таки важнее, вот творчество или финансовая сторона вот для вас? А все важно. Вопрос такой, знаешь, нормальный музыкант должен сказать, конечно, творчество. Не, ну как, есть, наверное, музыкантов, которые добиваются каких-то высоких успехов, когда у них уже, как бы, они могут себе позволить заниматься так, творчеством, так, так. Да, ну, скажем так, мы, наверное, не столь успешны, чтобы можно было себе вот расслабиться и позволить заниматься только творчеством, да, поэтому, конечно же, составляющая финансовая, да, она очень важна. Вот. Но опять же, хотя вот эти песни, вот то, что мы сегодня поем, они не слишком так сильно много нас это, особенно так кормят. Это скорее, вот это как раз-таки больше в удовольствие. Слушай, что... ну, многие музыканты, да, практически все, вот, особенно во время первой волны, да, коронавируса, когда вот эти вот изоляционные какие-то моменты были, приходилось и дома сидеть, и концерты поотменяли, они как-то отразили это все, отразилось это и на финансовом, не только на творчестве, но и на финансовом положении. У вас как? Это был какой-то новый толчок к творчеству или все-таки такая вот, скажем, замедленная съемка, если можно так выразиться? Как на вас повлияло? Ну, я, например, занимаюсь аранжировками. Да, делаю аранжировки всяко разных бардов со всего мира. Да, или там даю онлайн-уроки. Вот. Для меня, наоборот, этот период был очень хороший, потому что очень многие люди, которые многие люди сидят дома, им нечего делать. Давайте-ка мы свои песни запишем, а давайте-ка найдем аранжировщика, который нам поможет. О, есть такой аранжировщик. Mm-hmm. И находит меня, и мы сидим, работаем. У меня работы очень много, и я даже со всеми не успеваю справляться. Ты подстраиваешься, да, под любые реалии. Вань, вот скажи, это все-таки для тебя вот подобная ситуация, что сейчас происходит, это время упущенных каких-то возможностей или все-таки время новых возможностей? Нет, это время несколько иначе посмотреть на свою жизнь. Я тоже пишу аранжировки, ко мне тоже люди дома сидел, писал. Плюс я еще лучше разобрался со своим синтезатором, который у меня там, вот я еще клавишник, кроме всего прочего, но все это знают. И сдружил его с компьютером, и много чего интересного там почерпнул. И написал аранжировки тоже, поэтому я времени потратил, это точно. То есть вы, как истинные музыканты, как творцы, умеете приспосабливаться к разным жизненным ситуациям? Ничего плохого для нас в этом смысле не произошло. Нет, это не любовь, просто ветер небрежно треплет волосы клёна. А клён стоит совсем невлюблённый, но самый храбрый рыцарь на свете. Нет, это не любовь, просто в сердце моём к тебе натянуты струны. А ты не замечаешь, ты лунный свой блюз поешь на маленькой
флейте. И звезды замирают и гаснут, и я уже уснуть не надеюсь. Все остальные звуки редеют пред музыкой твоею прекрасной. Соло! Но твой мотив почти не заметен. Нет, это не любовь, это вечно. А город тишину растворяет. Мелодия струится, простая твоя. И даже время не лечит. Гитара, сумрак колышет, милая мне не пишет, не пишет, не пишет в своей простоте. Быть может, о жизни нашей милая знает одно, что море полная чаша и каждый вечер кино. Откуда ей знать далекой, что в трале была дыра, и утром под чаячий клёкот на судно вползла хандра. Хандра висит на вантах, вцепилась в перо руля, на горло вяжется бантом, ноет сладчайшим дискантом о том, как прекрасно родная земля. Тоскует по рыбину брюху широкий рыбацкий нож, и почта ушла по слухам, на север уже не вернешь.
лишь кэп все чистит кого-то и сверху кричит не треть, но тоже хандрой измотан, готов завалиться в дрейф. А рыбу как ветром сдуло, а рыбы простыл и след на палубе. Пляшут акулы, скукою сводит скулы, и плана не пает. Несчастья в жизни нет. Гитары в своей каюте, старых друзей соберу, и в дымно-парном уюте станем лечить хандру. Крепким и сладким чаем, трубкой с табаком, и до утра нескончаемым северным говорком. А утром с торпом оглотка всем протрубит оврал, и траловая лебедка вытащит полный трал. Навстречу ему со всхлипом в треске стальных вожжей хандра соскользнет по слипу и не всплывет уже. Ребята, джаз, ну это ж только что вот было, это же здорово, спасибо вам огромное. Вот, кстати, Вань, с чем, на твой взгляд, можно сравнить, или с кем можно сравнить джаз? Ну, я скажу честно, я не очень-то джазмен, я больше арт-рок люблю, так. Или там рок, блюз. Ну, хотя джаз слушаю, понимаю, но с чем это сравнить, я, честно говоря, не скажу, затрудняюсь ответить. Слава. А я вообще у тебя такое сравнение, в принципе, сразу вот такое машинально появляется или нет? Вот сразу, нет? Не появляется. Но дело в том, что мы же с Ваней заканчивали эстрадное отделение Гомельского колледжа искусств Соколовского, да, и у нас были прекрасные преподаватели, и все эти преподаватели были джазмены. И если они даже не сделали нас джазменами, то они дали нам огромную очень базу такую знаний и умений, научили многому, что мы в этой музыке все равно чувствуем себя своими и ориентируемся в этой музыке хорошо. Ну, смотрите, вот вы чувствуете себя своими, а я слышала когда-то выражение такое, что человек, который не понимает джаз, не понимает себя. Вы согласны с таким выражением? Ну, это уже... Это просто выражение. Это просто выражение, да. Хотя понимать джаз, я бы сказал, нет, здесь есть слово не понимать, скорее слово чувствовать. Ага. Вот человек, который чувствует джаз, да, это вот очень... Вот, может даже не играть, может быть, даже начувствовать. Это, я, например, местами чувствую, вот когда мы пел хандру, да, и там была аранжировка, которую я писал для биг-бенда, эту аранжировку. Вот я вроде не джазмен, но опыт, скажем так, игры в оркестре, например, Одинцова, под управлением Юрия Ивановича Одинцова, да, это еще было давно, это еще было почти 30 лет назад. Вот и слышать этот оркестр, и находиться на репетициях, или оркестр под управлением тогда еще Василевского в цирке, то, что меня будоражило, да, когда я маленький в цирк приходил, да. Вот эта музыка все равно, она впиталась, и... Она потом трансформируется каким-то образом, и она выходит вот через такие работы. Вот, знаешь, поэтому я тоже думаю, тоже очень вот не трудно, нельзя пропустить это. Это не может через тебя пройти и в тебе не остаться. Вот оно, вот, если пошло, то все. Вань, ну вот зачем музыку понимать? Вот на мой взгляд, ее надо просто слушать и наслаждаться. А я скажу очень такую вот интересную мысль. Это наша беда. Мы понимаем музыку, мы под нее не можем расслабиться. Когда люди под музыку отдыхают, вот, музыканты сидят, скрипят мозгами, да, понимают, что происходит, анализируют и не могут расслабиться. Просто слушать музыку мы не умеем. Вот это беда тех особенно людей, которые знают, что такое аранжировка, которые знают, что такое фактура, оркестровая. То есть фактура. Слушателю, да, повезло больше. Больше. В этом плане. Несомненно. Ну что ж, дорогие друзья, наслаждаемся, слушаем.
заметишь, я тебе всю жизнь рисую. А чего ж сейчас не светишь, отчего, скажи, рыдаешь ночью, чтоб никто не слышал, а наутро улетаешь дальше от меня выше. А наутро улетаешь дальше от меня выше. Было или не было, было или не было любви. Было или не было, было или не было любви. Не было тепла. Спрошу я, не было тепла. Ответишь, как же ты жила, рискуя тем, что не меня. Вдруг встретишь, пусть не все у нас так гладко, пусть порою боль на лицах, но ты вспомни, как сладко на плече моем спится. Но ты вспомни, как сладко на плече моем спится. Медленным шагам, где, поднимая в воздух листья, встаем в облака, взлетаем с ними, где твое рисует имя самолет пока. Где-то позади лежат снега, где-то позади метет пурга, где-то позади в твоем окне не гаснет свет. Где-то впереди течет река, где-то впереди цветут луга, где-то впереди в моей руке твоя рука. Моя любимая не верит, что мы надолго и всерьез, а я спешу сие проверить под шорох ши, под стук колес. И бортовых огней мерцанье нас несет в объятия друг другу, и в который раз по кругу песенка о том, что...
что где-то позади лежат снега, где-то позади метет пурга, где-то позади в твоем окне не гаснет свет. Где-то впереди течет река, где-то впереди цветут луга, где-то впереди в моей руке твоя рука. Моя любимая не верит, моя любимая не верит. Где-то позади лежат снега, где-то позади метет пурга, где-то позади в твоем окне не гаснет свет. Где-то впереди течет река, где-то впереди цветут луга, где-то впереди в моей руке твоя рука. Я очень часто в последнее время в соцсетях вижу твои кулинарные рецепты. Вот кое-что, вот эту мясную гармошечку, шашлычок, я даже пытаюсь, вот как-то попытаюсь, наверное, скоро сделать. Вот расскажи, для тебя вот такое увлечение едой, рецептами, это просто хобби незначительное или что-то более серьезное? Это хобби, которое перерастает в любовь к готовке. Я с детства очень люблю готовить. И если бы я не был музыкантом, я бы, наверное, стал шеф-поваром какого-нибудь вот ресторана. Вот только хотела уточнить, да, заменяет да. это музыку? Может а так, заменить? Вот это называется, то, что вот видно у меня там такое гармошечка, да. это называется шашлык Наполеон из говядины. Это очень вкусная вещь, и вкуснее я не пробовал шашлыка вообще. Я пробовал разное, много из разного мяса, и все. Вот это меня удивило. Ой, дорогие друзья, ну этот рецепт можно найти в соцсетях, вот у Вани, да, на его страничках. Когда но это что-то бесподобное, по крайней мере, по картинке. Ты ел, когда Слава, мы... ел шашлык? Нет, когда мы ездили на бард-рыбалку, вот, в прошлом году, да, вот, я Ваню с собой взял, раньше как-то не получалось, вот, я взял Ивана с собой, и он там так готовил шашлык, что люди приходили к нам с разных других лагерей, с других городов. У нас постоянно была большая компания людей. Вот, я обычно такой схимник на фестивале, я обычно зашиваюсь тихонечко, если приезжаю, да, меня там, я вышел на сцену, потом пошел там в номер и сижу тихонечко где-то, вот, не люблю шумных компаний. Но Ваня приехал, и все, у нас тишины не было. Ну, это знаешь, о чем говорит? Это говорит о том, что музыка и еда неразделимы, вот, особенно если музыканты – это мужчины. Кстати, о ваших планах, над чем сейчас работаете, чем будете удивлять, когда ближайшие концерты, расскажите. Пока у нас планы – это сидеть и делать работу над материалами, которые накопились. То есть писать песни, скажем да, так. Да, мы сейчас, вот я, например, сейчас сижу, у меня очень много работы по аранжировке, у меня есть работы по педагогической, у меня там детско-юношеский коллектив в деревне, в одной из передач мы рассказывали об этом, вы мне звонили. Да, 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 здорово, как ты детей обучаешь, так интересно. Кстати, вот. Сколько у тебя сейчас учеников в деревне? Ну, у меня сейчас 8 человек там, ребят. Малыши, карандаши, вот, что поэтому вот, вот это вот пока, когда возникают, кто-то звонит, а приезжайте к нам, а выступьте, мы сразу, ради бога, у нас все готово, мы приезжаем, выступаем. Но хотелось бы писать новых песен, вот новых песен пока маловато, потому что... Ну, я не знаю, Слав, мне кажется, самая первая идея проекта, ближайшего концерта, который ты должен устроить, ты просто обязан, это твое святое право, это для местных жителей новой деревни, в которой ты живешь, устрой-ка ты в клубе концерт. А у нас мне много кажется, раз, берутся у нас очень много раз, желающих. У нас много раз эта идея была, и мы, наверное, эту идею реализуем уже по весне, когда уже все растает, и мы сможем на крыльце ДК поставить вот. Аппарат. Ваня, и... ты присоединишься? Ну да. Да мы, а мы, как? Мы уже, мне кажется, мы уже договорились. В городском поселке саксофон давно не слышали. Будет очень-очень здорово, весело и да, интересно. Столик... Ребят, что пожелаем нашим слушателям сегодня? Берегите себя.
в такое сложное время эпидемиологически, да, вот давайте лучше вот соблюдайте все правила, не болейте, будьте здоровы, следите за своими близкими. Вот. И вот то время, когда вы находитесь дома, старайтесь это время использовать для того, чтобы что-то узнать, что-то почитать, что-то интересного посмотреть. Потому что вот, мне кажется, что сегодня есть возможность действительно по-хорошему расслабиться и впитать в себя очень много всего полезного. И открыть что-то, да, в себе. И открыть новое. Для себя и в себе. Ваня. Любите друг друга и слушайте музыку. Все будет хорошо. Дорогие друзья, и слушайте хорошую музыку. Согрета. Только если вдруг ты уйдешь опять, я не сумею выжить 200 дней до лета. Все, что я хочу услышать, все, что можешь ты сказать, этот дождь осенний простучит по крышам и научит нас летать. В этой тишине еле слышен звук, это биение сердец в потоке света. Все, что есть у нас, боль былых разлук, как позабыть бы их за 200 дней до лета. Все, что я хочу услышать, все, что можешь ты сказать, этот дождь осенний простучит по крышам и научит нас летать. Тепло твое исчезло без ответа. Даже если вдруг ты вернешься вновь, пусть все случится в эти 200 дней до лета. Все, что я хочу услышать, все, что можешь ты сказать, этот дождь осенний простучит по крышам и научит нас летать. Thank you.
что ж, дорогие друзья, не грустим. До лета осталось всего 200 дней, по крайней мере, так утверждают гости сегодняшней программы, музыканты Вячеслав Корса и Иван Мурашко. Ребят, спасибо вам огромное. Здоровья, творчества и новых песен, новых встреч. Это был еще один «Добрый вечер, Гомель». До новых встреч в эфире, дорогие друзья.